Всем привет! Полгода назад мы рассказывали вам о сюжетной цепочке Малдраксуса во время бета-тестирования. Тогда мы заметили очень большое сходство в некоторых вещах между пропавшим правителем Примасом и рунным кузнецом, закованным в Тургасте, создателем ледяной скорби и шлема господства. Мы быстренько пробежались по основным моментам их сходства, попутно рассказывая историю самого Примаса. Я наблюдаю, как с течением времени интерес к этой теме поднимается вновь. Поэтому сегодня мне хочется сделать реально большую и качественную теорию. Иными словами, сделать максимально подробный разбор сходств Примаса и рунного кузнеца. Я даже оставлю тайм-коды в описании и на полоске воспроизведения. И самое главное, дополню совершенно новыми фактами, которых ранее не озвучивал. Я разложу все по полочкам. Остановимся на каждом пункте подольше. Наверняка Blizzard заготовили этот сценарий как неожиданный сюжетный поворот, но этим роликом мы попытаемся развеять ауру таинственности. Сразу скажу, это теория, мое личное мнение. Я не пытаюсь выдать это за официальный рассказ. Мне просто интересно копаться в сюжете и связывать разные факты между собой, пытаться выстроить максимально захватывающее развитие истории для нашей любимой игры. Надеюсь, вы поймете. Давайте же скорее начинать. Приятного просмотра. Факт первый. Внешний вид. Сначала посмотрим на облик каждого из них. Примас имеет худощавое телосложение, 4 пальца на обеих руках, это видно на его статуе. Его лицо скрыто маской, выполненной в форме черепа. Большие клыки снизу, по 2 нароста в стороны и огромные рога. Памятник внутри престола очень высокий, но каков Примас на самом деле мы можем понять из его первого послания? Тогда правитель Малдраксуса предстает перед нами в своем истинном обличии, и мы видим, что его тело вмещается не полностью, только по пояс, значит, он должен быть в 1,5 раза выше. Если Примас выпрямится в полный рост, то станет намного выше всех остальных правителей, за исключением тюремщика и арбитра. Запомните все это. Переносимся в камеру рунного кузнеца, смотрим на его облик. Такое же худощавое телосложение, лицо скрыто маской, очень-очень похожее на маску Примаса. Такие же наросты по бокам, клыки, смотрящие вниз, не хватает только рогов. Даже на его оковах мы можем увидеть изображение черепа, точь-в-точь выполненного в форме головы правителя некролордов. Опять же, нет рогов. Наверняка их могли просто сломать во время утробовских пыток. Самое важное, что мешает нашей теории – рунный кузнец имеет все 5 пальцев на руках, в то время как памятник Примасу – по 4. Но знаете, что самое главное? Если посмотреть на престол Примаса со стороны Театра Боли, огромное здание, сделанное по образу правителя некролордов, то может показаться, что там тоже только 4 пальца. Однако, если вы подниметесь на его вершину, то сможете увидеть 5-й палец, загнутый под остальные 4. Так правитель все-таки имеет 5 пальцев. Почему тогда статуя внутри 4? Вполне возможно, Blizzard просто не заметили этого, поскольку сам Стив Денузер говорил в интервью, что отдел, отвечающий за игровое наполнение, частенько недоглядывает какие-то вещи. То же самое могло случиться с кузнецом. Но также возможно, что разработчикам было просто лень делать анимацию специально под персонажа. Для 4 пальцев, ведь в игре практически нет таких существ. Поэтому Blizzard могли махнуть рукой и оставить 5, чтобы не париться. Или же те, кто создавал статую внутри престола, немного ошиблись. Рунный кузнец все время находится в положении сидя, но приблизившись к нему, можно легко заметить, насколько он огромен. Если он встанет в полный рост, то как раз поравняется с Примасом. Слишком много совпадений. Факт второй. Величайший кузнец. Как только мы попадаем в Малдраксус, сразу становимся избранным. Первым, кто смог извлечь древний клинок, выкованный Примасом из камня посреди озера лавы. Затем нам говорят, что Примас
не только превосходный воин и тактик, но и лучший кузнец в темных землях. На это делается весьма явный акцент. Нам определенно дают самый жирный намек, буквально говорят все открытым текстом. Примас был легендарным кузнецом. Стремись превзойти остальных. Правитель некролордов всегда украшает свои клинки рунами. Они являются неким зачарованием, усиливающим свойства как оружия, так и доспехов. Именно Примас изготавливал самые лучшие рунные клинки. Возможно, одно из его творений – Реморния, личный меч владыки Динатрия, очень похожий по стилистике на ледяную скорбь. Мы можем заметить на клинке властителя Ревендрета несколько рун, а самое главное – череп. Все клинки, созданные Примасом, имеют эти элементы. Наверняка правитель Малдраксуса мог выковать особый клинок для своего друга Динатрия. Посмотрим на историю рунного кузнеца. Само прозвище этого персонажа уже служит большим намеком. Нам говорят, что резчик рун – величайший кузнец загробного мира. Тюремщик использует его для создания оружия и доспехов, необходимых его армии. Более того, он заставил кузнеца пожертвовать часть своей силы ледяной скорби и короне господства. Зывал назвал эти предметы его лучшими творениями. И как раз ледяная скорбь – рунный клинок с рогатым черепом. Посмотрите на этот череп, а теперь на личный посох Примаса. Это почти идентичные рогатые черепа. Давайте более тезисно. Примас – величайший кузнец. Пленник в Торгасте – тоже величайший кузнец. Примас славился своими рунными клинками. Пленник является создателем величайшего рунного клинка. Огромные совпадения лоб в лоб нам словно пальцем показывают на это. Раз мы заговорили о рунах, то переходим к нашему третьему пункту. Факт третий. Руны. Малдраксус – единственный ковенант, который буквально усыпан рунами правителя Примаса. Они повсюду. На клинках, на монументах, стоящих по всей зоне, на доспехах, на знаменах, даже на стенах. Как нам говорили, Примас славится этим. Руны усиливают своего владельца, каждая дарует уникальную силу. Именно поэтому правитель украшал ими абсолютно все. Сюжетная цепочка Малдраксуса построена на прохождении нескольких испытаний. За каждое на найденном нами клинке появляется новая руна с посланием Примаса. И только собрав все 5 рун, мы получаем возможность отворить врата престола. Вы не замечаете? Руны, 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 а после рун снова руны. После этого мы встречаем единственного персонажа, кто настолько сильно связан с этими рунами. Пленник в Торгасте. В оригинале он зовется рунным кузнецом, а в нашей локализации – резчиком рун. Он способен выковать самое сильное оружие или прочнейший доспех, но временно не может этого сделать. Поэтому дает нам часть своих воспоминаний, и мы изготавливаем оболочку, после чего кузнец призывает силу рун и зачаровывает предмет. Примас был помешанным на рунах, и этот пленник точно так же помешан на рунах. Может, это и списалось бы на совпадение, если не столько больших сходств, озвученных нами ранее. Интересно то, что руны Примаса зеленого цвета, а руны резчика – синего, как и его глаза. Но из сюжета мы понимаем, что синяя ледяная энергия – это влияние тюремщика, потому король Лич, его главный проект, имел синие глаза. А из рассказа «Последний поход» мы смогли узнать, что синее свечение означает полное подчинение Звалу. Энергия Примаса, как и его руны, наверняка стали такими по той же причине, поскольку тюремщик сломал рунного кузнеца во всех смыслах. Заставил ковать оружие его армии, заставил выполнять любые команды, как бы тот ни противился. Что сказать, утробовские пытки. Более того, он забрал все воспоминания пленника, лишив того любой возможности вспомнить свое прошлое. И нам предстоит потихоньку восстанавливать их. Поэтому переходим к следующему пункту.
Факт четвертый. Воспоминания. На протяжении всего дополнения мы должны находить потерянные воспоминания резчика рун и возвращать их ему. Взамен он сможет выковать для нас что-нибудь новенькое. Этих воспоминаний невероятное множество, и названия некоторых из них очень интересны. Они содержат в себе имена разных персонажей из Азерота и Темных Земель. Лично мне показались самыми интересными следующие. Воспоминания о правосудии Арбитра, воспоминания о Темном Титане, воспоминания о Темном Портале, воспоминания о Бурсоке, воспоминания о Бутере, воспоминания о Беонар, воспоминания о последнем вздохе Мраада. Полный список оставлю по ссылке в описании, почитайте сами. Этот таинственный пленник знал слишком много для обычного кузнеца из загробного мира. В его воспоминаниях есть титаны из материального мира, второстепенные персонажи из Азерота, ключевые события темных земель. Простым языком, он знает практически все не только о мире духов, но и о мире смертных. Согласитесь, обладать такими огромными знаниями не может какой-то ремесленник. И мне вспоминается рассказ о Примасе. Предназначение Ковенанта Малдраксус – защищать темные земли, в первую очередь от внешних угроз из материальной вселенной. Саргерас не раз пытался проникнуть в загробный мир и развязать войну с Примасом, но всякий раз правитель некролордов останавливал его попытки. Примас был гениальным стратегом, он знал все наперед. Говорится, что он постоянно наблюдал за событиями в обеих реальностях. У него даже был таинственный союзник, которому подвластно само время. Так что Примас мог видеть будущее и выстраивать свою стратегию относительно увиденного. Наш таинственный резчик руны из Тургаста имеет слишком много важных воспоминаний, связанных с обеими реальностями. Владеть такими знаниями может только кто-то из божеств загробного мира. Факт пятый. История рунного кузнеца. Правитель Примас первым узнал об освобождении своего заточенного брата Завала и отправился уничтожить его. Никому больше не под силу было это сделать, только сильнейшему воину темных земель. Но даже он не смог противостоять огромному могуществу тюремщика и проиграл в этом поединке. С тех самых пор Примас считается без вести пропавшим. Это оставляет вопрос о его дальнейшей судьбе открытым. Не забывайте, в загробном мире время идет совсем по-другому. Оно хаотично и до сих пор не ясно, как исчисляется относительно азеротского времени. Но после пропажи правителя некролордов в Торгасте появляется тот самый таинственный пленник, настолько сильно похожий на Примаса, реально совпадающий с ним по всем вышесказанным пунктам. Очевидно, тюремщик не стал убивать своего брата, а решил использовать его. Даже сам рунный кузнец говорит нам об этом. Он меня использовал. Закованный Примас стал против своей воли создавать оружие и доспехи для армии тюремщика. Со стороны Заваала было бы очень глупо терять такого могущественного союзника перед грядущей войной. На этом наша теория подходит к концу. В этот раз я постарался максимально углубиться в каждый из пунктов совпадения Примаса и резчика рун. Детально разобраться во всем, в том числе и в количестве пальцев. Напомню вам, на престоле Примаса, что выполнен по образу правителя некролордов, пальцев все-таки 5, в то время как статуя имеет всего 4. Мне и вовсе кажется, что разработчики просто не заморачивались и не знали о том, что кто-то может заметить такую мелочь. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если ролик вам понравился. А также обязательно смотрите наши прошлые видео по плашкам справа, как на первом канале, так и на втором. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!